генетический скрининг этноген – это такая генетическая панель, набор диагностический, который позволяет одновременно проверить на несколько сотен мутаций в более чем 60 генах, связанных с различными наследственными заболеваниями. То есть это возможность проверить ребенка сразу на большое количество наследственных болезней. С помощью диагностического набора этноген можно выявить заболевания, относящиеся к следующим группам. Это нервно-мышечные заболевания, болезни обмена, болезни органов слуха и зрения, болезни крови, а также многофакторные заболевания и состояния, в том числе онкопредрасположенности. В первую очередь отличается тем, что при помощи диагностической панели этноген можно сразу проанализировать большое количество заболеваний, точнее мутаций в генах, приводящих к наследственным заболеваниям. Если в роддоме это будет информация, по-моему, по 4 заболеваниям в России, то при помощи этногена можно провериться более чем на 60 заболеваний сразу. Кроме того, в роддоме проверяют по косвенным признакам заболевания, а при помощи диагностического набора этногена можно посмотреть непосредственно на причину развития болезни, на мутации в генах. В первую очередь помощь ребенку после того, как выявлено наследственное заболевание, состоит в том, чтобы дать ему необходимое лечение. Это может быть как что-то достаточно простое, например, коррекция диеты, так и использование каких-то современных фармпрепаратов. Кроме того, важным для ребенка в будущем будет информирование о том, что он является носителем определенной болезни. Когда он вырастет, будет уже свою семью заводить, то у него будет больше возможностей не допустить передачу болезней по наследству.